Привет, мои дорогие, с вами Кекс, и сегодня мы делаем с вами цветные кокосовые чипсы. Их приготовить, ну, проще простого, и я не знаю, почему вы так рветесь и спрашиваете. Тут особо делать нечего. Вот такие чипсики я нарезала с помощью ножа, для чистилка для картошки, вот такой вот типа. Либо можно с помощью какого-либо слайсера очень тонко нарезать, на крайняк уже тонко ножом. Если вам нужны светлые чипсы, срезайте коричневую шкурочку с кокоса. Если вам нужны темные, можно эту коричневую не срезать, ее не будет видно. Здесь я делаю такой насыщенный оранжевый цвет, поэтому добавила капельку красного, коричневого и желтого красителя. Это все добро нужно залить либо кипятком, либо просто залить водой, и я потом поставила в микроволновку его до закипания. И оставить нужно на пару часов. Либо я не заморачиваюсь и оставляю просто на ночь, а утром начинаю выкладывать сушить. Сушить можно хоть на батарее, хоть в духовке. Если будете сушить в духовке, то это типа как безе при температуре до 100 градусов. И буквально это минут 7-10. Вот, ну, пробуйте, чтобы они не попересыхали и не начали желтеть у вас. Это вот у меня такие вот бордовые, я бы сказала. Здесь красный с фиолетовым смешанные, вот такие вот яркие чипсы получаются. Вот после того, как они уже у меня на утро постояли, они такие довольно яркие. Их обязательно нужно промыть перед тем, как сушить, чтобы краситель потом к рукам и языку не брался. И все. Собственно, вот чипсы готовы. Используйте, украшайте торты, хрумтите ними. Очень вкусно и классно. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.